Всем привет! Сегодня 27 марта и посмотрим, как перезимовали мои розы. Ну вот хорошо они, видите, зелененькие. Перезимовали отлично. Но открывать сейчас я их не буду. Я просто смотрю. Сегодня пасмурный денек. Открыть немножко, проветрить их. Ну а так в целом, ну вот они, прекрасные, зеленые. Даже листва старая, зеленая. Но ее надо будет ободрать. Вот. А открывать розы только тогда я буду, когда в землю пролезет штык-лопаты. Значит, на глубину корней. Значит, корни оттаяли и могут кормить. Вот еще одна розочка. Могут кормить свои стебли, поить, кормить. Иначе движения, сокодвижения нет, а солнце сейчас очень активное, сожжет все ветки, особенно молоденькие. Поэтому посмотрели, проветрили и закрыли опять до того, как грунт оттает, корни оттают и смогут кормить стебли. Пока-пока.